Сегодня отличное настроение. Нам повезло очень с погодой сегодня. Выступаю на самом деле на открытом воздухе первый раз. Много позитива, очень, и эмоций хороших. Представляем, здесь мы тяжелую атлетику. Сюда пригласил меня мой тренер. Показательное выступление, привлечь людей, может быть. В наше время как бы спорт набирает силу. Очень весело, нравится тусовка эта, прикольно все сделали. Я представляю самокат или кикскутеринг, как это все любят называть. В общем-то, на сегодняшний день катающихся на самокате стало значительно больше, чем, например, на прошлых контестах, которые проходили. Меня привлекло участие то, что очень хороший парк сделан, как, ну, не знаю, в других городах, в Москве, в Санкт-Петербурге. Очень хорошие фигуры, где можно тренироваться и делать более крутые трюки. Добрый день, уважаемые.